Короче, всем привет. Сегодня какой у нас 22 сентября. Сегодня было 4 пары, но 3, потому что у нас последние пары, получается, отпустили. Вообще, то есть, было полную пару не провели. Сейчас, смотрите, на улице идет задница. Ну, что-то хотел осень. Все, давайте. 3 октября, всем привет. Отличный сегодня день. Почему? Потому что я защитился по процессу уголовному. И получается, по гражданскому дает вообще прям защита была довольно-таки легкая. Я думаю, сложнее вопросы даже не задавали, потому что я четкий пар. Все, сейчас домой пошел. Всем привет, сегодня 10 сентября. И сегодня очень отличный день, как вы думаете, почему? Правильно, потому что я сдал экзамен по уголовному процессу. Такие дела мы сдали, а потом мы пошли помогать деканату. Ну, колледж, в общем. Короче, такие дела. Кстати, мне попался, короче, первый вопрос. Доказательство понятия виды и их виды. Я немножко неправильно ответил, но в целом правильно. А второй допрос обвиняемый я вообще отлично ответил. Чуть-чуть дополнил. Короче, сдал на 5. Крутой чувак. Все, всем пока. Всем привет. 9 утра. 11 октября, соответственно. Иду сейчас на профанглийский. Так, честно говоря, лень заниматься английским. Потому что, типа, как бы он как кончился, наш курс, так и все. Что хочется сказать, что все, 2 курсовые защищены. Сдан экзамен по голосованному праву на 5. Почти у всех, но главное, чтобы у меня и у людей. Впереди, получается, диплом и проект RunFix. Пока. Уже довольно-таки прохладно, 4 градуса на улице утром. Пара изо рта даже идет. Егор красивый стоит на фоне дня рождения. Как будто день рождения у него, но нет. Его день рождения вышло когда? Вчера, 11 сентября. Октября. Октября, да. Короче, украсил поменьше сколько? 19.05. Всем привет, сегодня 14 октября. Иду сейчас в Шарапа на пару. Сегодня, в принципе, там по лайку. 2 пары. Ну, такие, типа, где надо поработать. Но главное, что 2, а не 4. А на улице? А на улице туманно сегодня. Очень жестко, туманно. Но, в принципе, по кайфу. То есть, здесь еще не особо видно, а вот между домами вообще жопа. Такие дела. Да. Всем привет, сегодня 16 октября. Сегодня идем на ДР. Ну, в смысле, дарите подарочки. Вот ДР, короче. Потом идем в колледж, там сегодня что-то связано с молодой гвардией будем. В воскресенье этим заниматься. Пипец. А вот примерный перечень того, что я подарил. Вот. Короче, пазлы, там 2 напитка, шоппер, что там еще, для катышек какое-то устройство. Там вот бруска, да, вы понимаете, о чем я. Конфеты кислые, открытка где-то в жопе, ну вы поняли, я не знаю, короче. Пакетик, вроде что-то еще, я просто уже сам не помню. Это все было из вишлиста того человека, которому я дарю, если что. Сейчас жду Егора, идем с ним как раз-таки на ДР. Пьем кофе у того, кому сейчас отдадим. Потом нам к 11, потому что сейчас 9 утра, 10 почти. Потом нам идти в колледж в воскресенье, еще раз повторю, в воскресенье, ребята, только задумайтесь. Там будет какая-то что-то с молодой гвардией связано на 2 часа вроде, я надеюсь, не больше. Потом мы идем праздновать ДР этого человека. Я надеюсь, ненадолго, потому что хотелось бы отдохнуть перед понедельником, хоть завтра выходной. Ну и все, как бы. Сейчас видосов мало будет, знаете, у меня материал просто хочется. Я, наверное, не знаю, сегодня-завтра сделаю прям речь вступительную. Так что да, сейчас будут только перед заливой, ребят, не обижайтесь. Вон челик идет с тонной подарков. И очень сильно этому рад. Непонятно почему, но у него, мне кажется, сейчас все из рук выпадет. Вообще хотел сказать, что все, короче, мы сходили, мы с молодой гвардией играли в игру их, которую они создали. Называется Стратег 2.0 на столку. Офигенная игра, нам понравилась, короче. Там надо по всей Российской Федерации решать те проблемы, играть за разных персонажей, типа чиновника и ученого. Она сложная, но понятно. Потом мы пошли есть в Додо пиццу. В принципе, все, пока. И выиграли, кстати, бутылочку за то, что победили в этой настолке. Да. И всем привет! Хотел эпично ворваться, но не получилось, да? Ладно. Это рубрика слов, да? Опа, смотрите. Опа. Рубрика разговора важно, где мы говорим о том, что важно. И не помню, было такое или не было. Ну, будет теперь.
Сегодня у нас 21 октября 2022 года. И что хотел сказать, в сентябре, ну вообще сентябрь-октябрь начал, роликов вообще не было, по-моему, конец августа. А все потому, что было две защиты, и две защиты курсовых, экзамен, вроде все. Да. Где-то в середине сентября мы сдавали, защищали курсовую по гражданскому праву, гражданскому процессу. Я там снимал, наверное, влог. Я снимал уже после, потому что до этого я думал, что не сдам, потому что не так сильно готовился, потому что вообще на курсе работа августовская была еще, июльская, то есть как бы, ну, не до этого было. Потом, по-моему, 1 октября или что-то такое, в начале октября мы защищали по... Или в сентябре, в конце. Ну, не помню. Вы там знаете, я вам там раз дату сказал. Защищали по уголовному процессуальному праву. По уголовному процессу. Вот. Защитил я отлично все. На 5 ту, на эту на 5 защитил. И вот в начале октября, это уже точно, мы сдавали экзамен еще по уголовному процессуальному праву. Тоже на 5. Такие дела. И вот прошла вот эта вот, так скажем, сложная какая-то неделя, когда, ну, сдачи какие-то, сейчас ничего нету, да, сейчас должны выдать темы для дипломов, мы ждем, пока их выдадут, но что-то не выдают. Ну, наверное, уже в ноябре, да, потому что сегодня 21 октября, уже скоро конец, что еще сказать. Но появились новые накладки. Ну, мы по-прежнему помогаем колледжу, вы это и так знаете, сейчас тем более такое время непростое, да. Помогаем, и теперь мы еще им помогаем Мегеру, которая молодая гвардия Единой России. Просто помогаем, ничего как бы лишнего или общего, никаких партий, ничего. Просто, короче, мы помогаем им колледжу, ну, в колледж, соответственно, помогаем за пределами колледжа. И вот недавно было... Недавно вот как раз мы собирались в воскресенье, я вам, по-моему, говорил, да? Играть в игру от их, ну, они создали стратег, она называется 2.0, но вторая версия обычно. Ну, неплохая такая игра, там, по сути, весь смысл в том, что надо решать проблемы экологически по всей России. Вот. Ну, мы выиграли, и я вот эко-стратег. Ну, да, выиграл бутылочку, типа, экологичную. Наша команда, точнее. Вот мы должны были на этой неделе, но будем на следующей играть еще раз. Мы просто не сильно правила поняли. Но мы лично, нам просто объяснил тот человек, который играл еще до этого. Мы будем сами играть и сами почитать правила и понимать. Мы будем играть сначала сами с собой, втроем, а потом будем еще и всем студентам колледжа, ну не всем, я думаю, некоторым группам с ними играть. Вот. Что еще и запланировано? Ну, наверное, какие-то мероприятия будем проводить, связанные с молодой гвардией или праздником в ближайшее время. Новый парк «Патриот», кстати, открылся. Надо, мы, наверное, завтра в него сходим, завтра суббота, с друзьями пойдем гулять, и завтра в него туда зайдем, если погода будет хорошая. Что еще? Что сказать по играм? Хотел Gotham Knights заказать, да, на выходе 23 октября вроде, если я не ошибаюсь, 21. Ну, что-то в этом роде. Сделал уже предзаказ, но деньги не вносил, короче, вот. А потом просто увидел оценку на Metacritic 40 из 100, вроде бы. Плюс вот эти все отзывы, что игра параша, как Marvel Avengers, я считаю, параша. Потому что эталон, я считаю, игр по супергероев, это Spider-Man на PS4, которые вот эти вот были, и Miles Morales, и Batman Arkham от студии Rocksteady. Вот это, я считаю, эталон, как надо делать игры по супергероев. Вот, так что говорят, что параши Gotham Knights. Я чисто хотел Gotham Knights поиграть, потому что там есть красный колпак, я его обожаю просто. Кто в теме, тот шарит, вот. Но сейчас на днях мне должны будут позвонить, сказать, подтвердить. Ну, я буду там же делать, там же делал предзаказ, где Коль делал. Вот. Скажу, нет, спасибо, я передумал, мол, типа так-то. Так что это, ну, не дешево, да и на PS5, тем более. Еще сказали на PS4, потом на PS5. Еще и игра будет в 30 FPS. Это же вообще какая-то жопа, я считаю. Отвратительно. Я просто хотел чисто ради сюжета и врагов. Там Генолики, Фриз, они выглядят неплохо. Да. Ну и тем более они делали акцент на все-таки больше сетевой игре. Ну так что еще, пошли они лес. Да, делают. Дальше у нас God of War. Ее я 100% буду предлагать, потому что, ну, это One Love игра, как бы моя. Я из-за нее плохо вообще. Я думаю.
сделать предзаказ 100%. А вот, кстати, да, и коробка, и с игрой стоит, походу. Сделаю предзаказ в МВидео, потому что в МВидео станет доступен предзаказ на мобилу. Сегодня делать. Он выходит 9 ноября, в принципе, скоро. Ну, значит, где-то приедет 15-го, 20-го, плюс там на русском. А, кстати, в Gotham Knights еще и будет русский, не русский, и субтитров, и языка. Удоволь будет это итог. Я считаю, выбор очевиден. Дальше я собираюсь купить, если будет русский язык, это Dark Pictures, Devil on Me я всегда покупаю. Их игры, но, наверное, я не буду физическую копию, я, наверное, закажу. Точнее, не дисковой, да, все правильно, я закажу в интернет-магазине, куплю просто другого, а к себе еще буду наслаждаться ими. Потом у нас идет на очереди Callisto Protocol, это Dead Space, но можно так сказать. Вот, я его тоже буду покупать физическим носителем. И последний — это Dead Space Remake, тоже буду физическим носителем покупать 100%, потому что сейчас Dead Space я буду 100% покупать, потому что, как бы, ну, я как бы коллекционирую это уже много лет. Это одна из моих любимых трилогий. Dead Space 1, 2 и 3, вот два мои самые любимые, вообще, я считаю, топовые, очень страшные. Ну, это на мой взгляд. Просто это первый мой хоррор был, второй Dead Space. Xbox 360 еще в далеком. Я не знаю, в каком 2003, да, это слишком много. Ну, в первом классе. Я 7 лет, то есть это. Я не знаю, 2010. Вот. Такие дела. Чуть-чуть. Наверное, сделал обзор как на Коре. В прошлый раз много просмотров набрал на God of War Ragnarok. А, ну и после Dead Space, я не знаю, там что, там анонсировали Резиденты 4, Silent Hill, я вряд ли это все, ну, то, что я в армию уже уезжаю, получается, когда в марте, плюс-минус апреля, да, я заканчиваю колледж в феврале, и там плюс-минус я на весенний Dead Space попадаю, да. Поэтому я не смогу из армии играть, кстати, и влоги, представляете, без моих влогов целый год, я не знаю, все, но, наверное, игра, интерактивный сериал, фильм и еще одна игра, жесть, там фигурки анонсировали, Resident 4 тоже, я трейлер еще не смотрел. Ну и дополнение для iVillage я тоже буду играть, наверное, проходить, вот это, которое с Роской, да. Ну надо, я считаю, по игровой тематике вроде все. Фильмы вообще не ходили эти два месяца, хотел на Крипер сходить, но не сходил. Надо посмотреть Тора, нагнать. Два сериала по Марвел нагнать, три даже. А, что еще? Сейчас выходит Майкл, надо сходить на него. Он стоит с самой первой части, наверное, Хэллоуин, который перезапуск стоит. Вот. Надо на все это ходить, желательно. Такие дела. Ну, в принципе, наверное, это все, что я хотел сказать. Сейчас видосы будут, да, почаще выходить, но... У меня, так как мы никуда не ходим сейчас, кроме колледжа, а я не вижу смысла снимать, как я иду в колледж каждое утро, видосы будут либо короткие, основные, которые влоги, либо маленькие, поэтому я сейчас буду сосредоточен на перезаливах, но вы видели, да. Да, они ущербные, что я могу сказать, но я самый кринж вырезаю, оставляю самое интересное, наверное, для памяти чисто, вот. И переделываю превьюшки на них, это основное вообще, что я делаю, превьюшки, перезапуски, вот. Я буду на них делать акцент. И раз в неделю постараюсь влог дропать я сам. Потому что ну, второй канал, чтобы сказали вообще, я уже там 2 или 3 месяца ничего не заливаю. А нет, 6 месяцев не заливаю на игровой, потому что я просто лень. Просто не хватает чисто физически времени. Такие дела. Что еще сказать? Ну это я не знаю просто, что еще говорить. Ну короче, это все, что я хотел сказать, наверное. Смотрите дальше влог. Все, давайте. 23 октября, воскресенье, и мы опять куда-то идем. Короче, выходных сегодня не будет. Уточки. На самом деле на улице там холодно. Я слишком холодно оделся с 11 утра. Иду в колледж, насчет мигера, что больше. А еще завтра, в понедельник, у нас выходной. Пам, нет. Мы идем на Ранхикс. О! 24 октября, вчера, короче, сегодня 24, а вчера был 23, я вам говорил, что мы ходили в свой выходной разговаривать с одним человеком в Польше. Поговорили мы, короче, до часа 10, примерно часа 2. Ну, короче, всякую инфу узнали насчет молодой гвардии. Теперь мы... вот. Как казалось, эта игра не связана с молодой гвардией, это какой-то там фонд благотворительный, вот.
А сегодня у нас тоже должен был быть выходной, но получилось так, что нет выходного, и мы ходили в колледж на Run Hicks, да и сначала мы утром приходили еще раз играть в игру, ну как бы закрепить знания, поиграли, уже более-менее поняли, правила, конечно, непростые. А там на Run Hicks посидели 15 минут, кстати, как мало. Сейчас 5 часов, планировали идти 8, ушли в 5, мы просто счастливы. А завтра, 25-го, мы будем играть в колледже с другими детками. Такие дела.